Сон и фантазии. Мне сегодня приснился интересный сон. Я после него проснулась, у меня настроение такое было хорошее. Я там летала. Мои фантазии превращаются в реальность во снах. Я видела летающих людей и говорила на эту тему с кем-то в своем сне. Наши блоки мешают. Говорила я, в нашей жизни увидеть многое. Я прям вспоминала этих летающих людей, которые я видела, и мне трудно было вспоминать. Точно в нашей памяти есть блоки. Мы не можем точно видеть, что происходит в реальности, только во снах. Многое, конечно, я забыла, но мы точно не можем увидеть реальность в том виде, в котором она есть в действительности. И наши сны, по-моему, происходят в другой реальности. Там я видела женщину, духа, такая летит в красном одеянии. Она обращалась к одной женщине с каким-то посланием. Сейчас не помню. Но я знаю, что помню, что кроме меня никто ее не видел, не слышал. Вот такие вот сны. Перед тем, как засыпать, я всегда себе желаю приятных и волшебных снов для себя, чтобы мне они снились. Ну, они, конечно, если вспоминаются, то там сны бывают необычные у меня. Может, и у каждого так. А вот этот сон был очень приятный, и мне прям энергия на весь день пошла. Прям эзотерический сон в моем вкусе. Приятных вам волшебных снов. Мне часто снятся чудесные сны. Вот как-то мне приснился чудесный сон, и я даже статью написала на сайте «Русалка я». Я проснулась, запомнила его и в сайт статью вставила. Представьте, что вы сверху, над поверхностью земли, на все материки смотрите сверху, и видно, где находятся боги. Они светятся особой энергией. И там, где эти персонажи, там вокруг них светло. Я вижу во многих местах свет и лечу в одно место в виде девушки. Себя не вижу, меня сопровождает проводник. Видела или подсмотрела встречу великана и феи. Фея маленькая, они договариваются о новой встрече. Великан светловолосый юноша, а фея летает возле его лица. Он улыбался. Я ощущала их чувства, эмоции. Они все в моем сне улыбались. Были веселые боги, приветливые, радовались и вам, и всем вокруг, и всему вокруг. Они наслаждались всем вокруг. Они исполняли свои роли с радостью и восторгом. Они были посланы с определенной миссией на землю и не знали, что ждет их впереди, но шли в жизнь с радостью, свои роли исполняли с восторгом. Вот такой сон был.